Резина дымится! ГАЗ-69! Ох, ё! Что-то опять не включается, у нас вариатор в девятку. Девятка выбывает сегодня из соревнований. Партнером всех наших покатушек по-прежнему выступает интернет-магазин запчастей yulsan.ru. Автозапчасти без посредников. yulsan.rf. Три потому что. Многие автолюбители вашего города покупают запчасти в Yulsan. Почему? Потому что там низкие цены. Цены в Yulsan низкие, потому что запчасти идут напрямую от крупнейших поставщиков. Если вам будет трудно подобрать нужную запчасть, вам всегда поможет ваш личный онлайн-консультант. Yulsan. Потому что без посредников. Все ссылки в описании. Значит, как одеваются цепи типа лесенка? Вот сейчас мы первый раз будем их одевать. Да. Получается, что давай, они, значит... Сразу, давай, дальше. Подкладывай, да. Ага, вот сюда раз. Да ладно, стели, там нет лужи. Так, подожди. Хорош! Нормально. Нормально? Прошло 35 минут, как одели цепи. Новые цепи купили типа лестницы. Там нету всяких резиновых преднатягов, пластмассовых всяких зацепов и так далее. Вот кто делал вот эту вот инструкцию по применению цепей против скольжения, ну, благодарность, большая благодарность, поняли? Потому что это короче комментарии излишние. Сейчас вот вторую цепь одеваем на улице за бортом. Ливень идет. Короче, все весело. Я не знаю сколько. Час, наверное, мы одевали две этих цепи. Блин, это жопа вообще. Это кошмар просто. Там нет резиночек, там все цепью их затягивать. Вот такие следы остаются теперь от 41-го. И все равно один хрен, левую сторону мы как-то плохо затянули. Надеюсь, что не слетит, не порвется. Дождь идет, мы замерзли тут вообще нахрен просто. Кашем промокли, да, ну естественно и замерзли, потому что идет дождь, а мы, вот, все, нас из Паши вообще льется, вот. Во. Ну да чё? Непромокаемый, и то хорошо. Куда нам? А вот этот халявщик сидел в машине. Иди отсюда. Все время, пока одевали. Я пилот. Поехали. Так, ну, смотрим, как работают цепи лесенкой. Кстати, они у нас уже ослабли. Уже ослабли, мы их пытаемся подтянуть, они хрен подтягиваются. Это вообще полнейшая жопа, мы просто... Замерзли уже нахрен. Роют они, пока не знаем, как они роют. Сейчас вот начнется такое реальное месиво. И там уже будет видно. Но пока как-то едем. Эти цепи, на самом деле, из-за того, что нет преднатяга, они жутко бьют по... ну, по элементам подвески, по кузовщине. Ну что там, ребята едут вроде. Ну пока. Пока такого прям сильного веселья еще не началось. Все едут, никто не застрял. Что, естественно, я думаю, в ближайшем времени у нас произойдет. Ну, по вот этим, вот по тому, какие все-таки цепи одевать, какие покупать, я думаю, мы расскажем отдельно. Это вот Нива какая-то не нашинская едет, посторонняя, чужая за мной, которая, не знаю их. Ребят, нашли горку грязевую такую, прям вообще серьезную. Сейчас, соответственно, посмотрим. Цепи, лесенка на москвиче. Кстати, жопу кидает у него просто нереально. Ну вот сейчас вот такая горка, вот так она выглядит. Так. Ну что, давай! Сейчас мы посмотрим, как работает зацеп, реальный зацеп, вообще не напрягаясь. Виталян даже не газует в его привычной манере. Ну а теперь Нива на Guardian Off-Road на крутой резине. Паша сам попросил, чтобы я
места, то есть без разгона. Все, он сейчас остановится и попробует тронуться. Но цепи, мне кажется, здесь вне конкуренции. О, тоже бачком. Ну, так, в натяг, давай. Давай. Ну-ка. По-моему, не так уверенно, да? Не так уверенно. А, заехало. А вот сейчас будет дастер на такой резине, скажем так. На такой. Не, в такой грязи, в таком черноземе, естественно, решает резина, естественно, решает зацеп. И, конечно, он вот дальше он не заедет просто банально. Вот. Есть цепи, есть резина обычная, есть резина оффроуд. Ну что, сейчас с разгона. Да, 2 литра там. Вау, мощная техника. Оп. Вот так у нас плавает Рено. Это не трактор, по полю уже. Не могёт. Ой. Ух, слушайте, такая грязь. Цепи. Грязь сколько? Нормально. Да, что, еще будет горка? Вон, там это на нем. Давай, сейчас. 41-й просто всех наказывает сегодня. Приехали в какой-то горке. Горка такая серьезная. Там два патриота ковыряются уже. Не знаю, может, они нас ждали. Ну что, Виталян, ты будешь сюда заезжать? Конечно. Ну, я думаю, это будет очень интересно. Наверное, там ветер сейчас, конечно, не слышно. Так, ну вот, сейчас спускаемся. Аккуратненько. Ну, как, аккуратненько, конечно, тут не получается. Просто съехал и все. Сейчас посмотрим, сможет ли заехать 41-й на цепях. Ну, давай. Там просто песок, цепи, как мы знаем, в песке ни хрена не работают. Только хуже делают. Но это, конечно, не в натяг ни разу. Вот это было вау. Просто вау. Ну, что ты второй раз хочешь? За нами пойдут. УАЗик дернул. Вау! Блин, ребят, ну сори, дождь идет, ну капли, я понимаю, что на объективе, может, не очень хорошо видно. Но зато понятен смысл. Сейчас вот в натяг Виталян попробует на 41-м заехать. Давай! Чего ты ждешь? Давай, сделай это! Вау! Unreal! Как теперь мне здесь подняться? Да? Не знаю, москвич проехал, а тебя мы не видели. Виталян, спустись за мной! О! Нихера себе! Чего они такие резкие-то? О! Да снимаю! Где прыжок? Сейчас посмотрим, как в натяг тут. 41-й в натяг заехал. Поедет или не поедет? Нет. И вот оно, подавляющее преимущество цепей на переднем приводе. Ну да, разгон взял, все нормально. А здесь в конце вообще зацеп нормальный. Ну теперь УАЗик. Серьезная техника. В натяг тоже.
Не. Все, я в теплой шниве. Сейчас будем смотреть, как заносит жопу 41-го москвича на всех этих неровностях, на всей этой грязюке. Оп-оп-оп, как он хорошо тормозит. А вот Достер что-то мне не нравится, как тормозит. Цепь, все. Блин, соскочила цепь. Да, наверное, не будем, да. А что, смысл? Мы сейчас вниз в горку, да, спустимся. Надо их, короче, снимать и все. Блин, ну вообще. Нет, цепи, вот реально лесенка — это яд. Это яд. Это вообще жопа. Сколько мы их одевали, промучились. В итоге нормально не одели. Ну, конечно, мы, может, по незнанию, но там, ребят, такая инструкция. Я, может, вот фотографию приложу. Это жопа, это не инструкция. Вообще хер поймешь. Что, потерялась совсем? Совсем потерялась цепь. Вот. Поэтому прям железобетонно нет, наверное, да? То есть я бы не стал советовать такие цепи к покупке. Под размер колес они подогнаны, то нормально. А это на... То больше, то меньше, нужно, да. То затянуть не можем, то она... болтается, как говно в проруби. А так цепи вещи. Нет, цепи, безусловно, вещь, да, мы видели подавляющее, я бы даже сказал, унижающее преимущество цепей перед полноприводными машинами, причем обутые в хорошую грязевую резину. На УАЗике что там стояло на Патриоте? Вот он сейчас на нем поднимался. То я МТ-шная, а на втором Гудричи АТ-шная. Паук. Паук. Живет. Он живет в динамиках. Это динамичный паук. Нашли цепь, да, Саныч? Да, нашли. А что ее искать? Просто у Виталяна зрение нулевое. Да. Наш Рус намотало немножко ее, да? Да я не вижу отсюда. Ну-ка, Виталян, сдай назад. Ну где прямо, если ты налево выворачивал? Поставь прямо. По чуть-чуть. Намотало на балку. Нет. Стоп! А теперь руля справа, справа до упора. Сильно намотало, да? Не, ничего не намотало. Давай я подключу. Просто крючок надо это отстегнуть. Просто где-то, да, где-то крючок это. А где вот он? А, вот оно. Нашел? Да. Есть. Ну, все нормально. Просто надо было лучше закрепить все. Виталь! Открой мне багажник. Давай их снимать, поедешь без цепей теперь. Без цепей поедем. А там что будет, то и будет без цепей. Посмотрим, стоит ли вообще цепи одевать, может быть, она без цепей поедет. Ну, главное быть. Газу сейчас. А куда она? Все может как быть. Как ты любишь. Мне только сейчас надо будет полить. Вода... Брось вот эту вот полку вперед. Большой багажник, кстати. Большой, это же 41-й москвич, это элита, да. Практически российского автопрома. Да нет, вообще вперед. Как у Дастера практически, да? Нет. Блин, у Дастера... Ну да, глянь, по одинаковому с багажником. Давай. Практически. Снимаются они намного быстрее, чем одеваются. А, пару минут. И все. И так, кусок грязи будем... кладем в багажник. Это мы будем потом вот так вот колеса спускать и тогда поливать. Давай, о! Так. Вот теперь моем руки и мчимся. Красиво! То есть я могу, но мне уже нечем протирать, у меня свитер мокрый насквозь. Давай! Давай! На жопу сядь! Ай, ладно! Давай, газу!